Все вполне закономерно. А закон кармы, он в мире богов тоже действует? Да, 100%. Только есть такой момент. Мы с вами живем на той планете, где легко проявляются как очень хорошие энергии, так и плохие энергии. Ну, есть такой определенный баланс. В более светлых мирах некоторые низкие энергии проявиться не могут априори. То есть там это невозможно проявление. На другом уровне вибрируют. Они, да, вибрируют на другом уровне, и этого... Ну вот как, знаете, с жидкостью, да, когда разные плотности вещества, то есть если бросить в воду, то вещества с разной плотностью будут на разном уровне. Вот точно так же, если вы находитесь в более райском мире, то вы не можете там проявлять какую-то негативную карму, она из вас не будет выходить. Из вас будет выходить только какая-то ваша положительная. Это лишь говорит о том, что у вас после этого райского мира будет меньше положительной кармы, вот и все. Вот. У вас останется, у вас после этого останется как бы очень много негативной. А может понять как-то, ты сверху или снизу пришел, ну, будучи тут, или нет? Да, можно, во-первых, вспомнить свою прошлую жизнь, это самый простой вариант. А вот без вспоминания жизни, то есть по отношению того, как жизнь относится к тебе, можно. Доволен ли ты в этом мире? Обычно люди, которые приходят с более низших планет, они очень радуются этому миру. А им очень нравится, как тут птички поют, как тут воздухом дышится, что можно куда-то сходить, как-то поразвлекаться. Им нравится, что здесь происходит. Mm-hmm. Потому что по сравнению с тем, что было, здесь сказка. Mm-hmm. И они поэтому не задумываются о каких-то вещах. Они довольны тем, что есть.